ребят, ну сейчас еще немножко прослушки и включаю микрофон. Слышите, да? Вот слышите? Я вот с этим бьюсь уже полчаса. И ничего я с этим не сделаю, потому что вот если выходить из менюшки, слушайте, раз, и началось заново. То есть я грешу на магнитолу. Других вариантов здесь нет. Привет, сегодня у нас на обзоре Hyundai Solaris. И в этом видео я хочу прояснить немножко по той... Ну, не то, что акция, а просто за шумоизоляцию по цене 29 900. Господа, вы частенько, да, в последнее время мне пишете и нам в рабочую группу ВКонтакте, везде, что вот у меня, к примеру, Шкода Кодиак, почему у меня не 30 тысяч рублей? Ну, потому что Шкода Кодиак — это не Шкода Рапид. Это, во-первых. Во-вторых, те автомобили, у которых здесь не пластик, а вот эта вот драпировка, ее не нужно клеить, соответственно, материалов уходит меньше. Так, багажник у нас проклеен. На пол багажника мы клеим STP Gold. И вторым слоем мы клеим барьер. Параллельно сюда ставим аудиосистему, о которой я вам расскажу немножко позже. Здорово, Юр. Как дела у тебя? Дверки мы клеим вот по такой технологии. 2-миллиметровый STP Silver на внутреннюю и на внешнюю сторону. Здесь у нас закреплены колечки. Оборудование клиент привез сам. Пол мы также клеим STP Gold плюс барьер. Крышу клеим Silver плюс волна без пропитки. Арки колес, соответственно, также. Дим, а... Рузарова. Вот таким материалом клеим дверную карту. Провода сейчас выведены. Здесь использована медь. Под капотом у нас тоже практически готово. Здесь у нас установлен держатель предохранителя, в который установится вот этот вот плавкий элемент. Это предохранитель Mini-ANL. Кабель здесь брендовый 4 гейч. Здесь как закрепить надо, да? Еще не доделано. Ну да, то есть у нас тут все в процессе. Что еще хочется сказать? Вот этот талисман был у владельца Хаги-Ваги. Меня сынуль называет Дмитрий Анатольевич. Я заказал форму. 2 месяца назад, вот жду. Собирается салон. Вчера утром мы загнали эту машину. Сейчас у нас 15 минут 10. Нам осталось подсобрать пластиковые детали, установить это все на автомобиль, отстроить и снять вам готовую прослушку. Аудиосистема, которая была привезена владельцем, состоит из 4-канального усилителя AMP Power 4120, Atom AAP 1200.1D, линейный преобразователь для подключения к штатной магнитоле, силовой дистрибьютор, и на фальш-панели вот это здесь так все крепится. А крышку тоже проклеили уже? Да. Сюда вот тоже, наверное, надо. Так уж. Сильвер, наверное, того же, Дим. Ребят, еще раз всем здрасте, еще раз добрый день, гутен абен и так далее. Так, значит, у нас автомобиль готов. Пробежимся, да, твиттеры стоят через кроссовер, который шел в комплекте. И мидбас тоже идет через кроссовер. Впереди здесь установлены... Кто-то в прошлом видео говорит, да, вот так небрежно коробки бросаете. Ребята, они пустые на самом деле. Так, компонентная акустика. CDT-аудио цель 60.5. А в задних дверях установлены максима 6 от Мореля. Они играют у нас через 4-канальный усилитель AMP Power 4120. И в роли сабвуферного звена Prima 12 тоже от Мореля играет от Atom AAP 1200.1. Все эти компоненты владелец привез. Все эти компоненты, вернее, усилительные хозяйства у нас установлены вот здесь вот на правой спинке сиденья. Здесь у нас установлен силовой дистрибьютор, 4-канальный усилитель, моноблок и линейный преобразователь, который нам не помог при подключении вот к этой магнитоле избавиться вот от этих вот пагубных шумов. Медная проводка, моноблок, усилок, который, на мой взгляд,
немножко не пляшет под эту систему, потому что, ну, он, так скажем, среднебюджетный. Акустика уже как бы заслуживает большего внимания. А сколько комплект системы? 1060. Вот владелец подсказывает, 60 тысяч рублей бюджет системы, но это без проводки, без скорба. Без проводки, без короба. Ну, арифметику вы знаете, да? Проводка индивидуально подбирается под каждый автомобиль. Короб 12-дюймовый, по-моему, 3500 или 3900 стоит. Ну и да, сейчас последние штрихи. Собираем дверные обшивки и сдаем автомобиль. Так, прослушка у нас была. Бюджет озвучили. Шумоизоляция была. Владельцу нет желаний пару слов сказать? Нет. Я хочу сказать большое спасибо. Ага. Большое спасибо Дмитрию, его команде, команде «Автостиль». Соответственно, ребята, приезжайте. Очень быстро все. Мне очень понравилось. Самое главное, помните и двигайтесь с музыкой, ребят. Всего доброго. Да, спасибо за доверие. Так. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что нашли время. Да, это машина с Нижнего Новгорода. Это 100 километров от нас. Но я, в свою очередь, прощаюсь с вами, но ненадолго. У нас в следующем обзоре будет Skoda Kodiaq. Здесь процессорная аудиосистема. У нас в следующем обзоре будет Land Cruiser 150. Здесь у нас трехполоска впереди, процессорная система тоже. И у нас будет Kia C-Raptor, которых мы переделали, тоже уйма. Ребят, двигайтесь с музыкой. До скорых встреч. Будь добру. Let me take you to a land where we call it the flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck with